Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня наш путь лежит в Египет 5 века по Рождестве Христовом. Жил там в это время удивительный подвижник Серапион Синдонит, которого церковь причислила к лику преподобных отцов. Не лишен он был и дара апостольства, однако проповедовал Евангелие по-своему, неповторимо, так как никто до него этого не делал. Внешне он и впрямь походил на апостола. Ходил босым, носил на себе только грубый плащ из льняной материи, именуемый по-гречески синдоном. За это и прозвали его синдонитом. А единственным его богатством было небольшое Евангелие, с которым он не разлучался. И вот, как необычно, начал он свою апостольскую проповедь. Еще юношей пришел он как-то раз в Александрию, чтобы поклониться христианским святыням, но на пути к храму встретилась ему разгульная компания язычников, галдевшая всевозможными голосами и буйно плясавшая. Особенно выделялся в ней некий Скоморох, который и был заводилой этого нечестивого шествия. «Вот смотри», – укорил себя Серапион, – «ты ходишь, размышляешь о спасении, а люди вокруг тебя погибают в неверии». И решил он во что бы то ни стало обратить этого человека в христианство. Но как это сделать? Никаких назидательных слов тот слушать не станет. И вот однажды, когда Серапион совершал молитву, осенила его мысль довольно смелая. Решил он продать себя в рабство этому неистовому человеку. Пошел он к нему и предложил себя в качестве работника по хозяйству. «Хорошо», – ответил тот, – «покупаю я тебя за 20 серебряников». Так начался апостольский подвиг святого Серапиона. Днем трудился он в поте лица, вкушал хлеб лишь единожды вечером, а ночью, после короткого сна, вставал с постели и со слезами молился Богу о просвещении своего нового господина светом Христовой веры. Причем старался делать он все это в тайне. Но разве может утаиться какой-либо секрет в доме, где сотни глаз и ушей? Через некоторое время Скоморох узнал о том, как усердно молится о нем его новый раб. Проникся он к Серапиону состраданием, а потом и вовсе пришел в такое покаянное чувство, что возненавидел свою нечистую жизнь, уверовал во Христа и крестился вместе со всем своим домом. После этого призвал он к себе Серапиона и сказал: «Ступай на волю, брат! Хочу освободить я тебя от рабства себе, как освободил ты меня от рабства дьяволу». «Слава Богу», – ответил ему Серапион на прощание, «что по своим щедротам он помиловал тебя и призвал в церковь, в которой найдешь ты спасение. Возвращаю я полученные от тебя серебряники, которые, если хочешь, раздай нищим, а я пойду и позабочусь о других людях». Начал тогда святой Серапион обходить дома богатых александрийских граждан. Просился на ночлег, затворялся в каморку, которую ему выделяли, и до утра читал при лучине Святое Евангелие. Люди видели в нем человека необыкновенного, посланного им самим Богом. Почему они так думали? Потому что после посещения их дома святым Серапионом все дела шли у них на лад, да и сами они становились серьезнее, и в них просыпалось усердие к исполнению Божьих заповедей. Серапион же, если его о том просили, охотно наставлял их, давая понять, что как бы ни роскошествовали они в мире этом, жизнь на земле не вечна. Но однажды пришлось святому Серапиону расстаться с тем маленьким Евангелием, которое неотлучно носил он на груди. Как-то раз
Проходя по Александрии, встретил он несчастного бедняка, которого воины вели в темницу за долги. Сжалось сердце святого при виде страдальца, закованного в кандалы. «Что могу я здесь поделать?» – невольно спросил он себя. И тогда, словно в ответ, пришли ему на память слова святого Евангелия. «Продай имение твое и раздай нищим». «А какое у меня имение, кроме этой священной книги?» – заключил он. «Значит, нужно мне продать ее и за вырученные деньги выкупить должника». Так святой Серапион и поступил. Вы спросите, как же потом проповедовал он Слово Божие без священной книги? Дело в том, что святой Серапион настолько проникся духом Христова Слова, что Господни заповеди уже были как бы начертаны в его сердце. А когда святой Серапион скончал свои дни на земле, то многие тяжко скорбели о том, что покинул их такой проповедник. Впрочем, и по смерти помогал он многим страждущим, которые призывали его в своих молитвах. Да и поныне молится он о православной церкви, чтобы крепко стояла она в вере и благочестии. Да хранит вас Господь, мои хорошие!